Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Так, мне пришел подарочек очередной. Блин, надо будет, наверное, сейчас на босса потратить какие-нибудь... А, ну там, по-моему, мы кроме 60 кристаллов и 3 карт ничего сделать не можем, ну ладно. Так, 28, ля, смотрите, чувак, ты на втором месте тем временем. 8 звезд набрал и сократил разрыв. То есть, нам надо отрываться дальше. Вот, так, ну поехали, попробуем оторваться от него. Так, аренка. Блин, ну, конечно, придется потратить эту птичку, ну что поделать. Потратили эту птичку. Конечно, лучше бы синенькую зарядить. А, хотя, может быть, здесь синенькая сейчас заедет. Не заедет. Не заехала. Так, ну давайте сюда вот так вот. Синенькую с красненькой завязали. Видел новую потасовку Хардстоун? Нет, не видел. Но мы, наверное, завтра ее поиграем. А что там, веселая потасовка? Что за потасовка вообще? Блин, вот почему такая лажа всегда? Вот все... Блин, а чё я нафиг вообще заморочился с этим дурбиваческой этой? Да твою налево, да идите в... Блин, дебильная... Господи, короче, зафейлили мы. Это? Да все мы нахрен зафейлили. Да настолько тупняк какой-то полный. Просто эти. Ой, блин, просто засуньте себе в рыбу эту хрень. Герой с провокацией. Ну, посмотрим. Я думаю, я в нее сыграю. Если не сыграю, ну, значит, не повезло. Блин, просто не хочется играть эту арену уже. Ну, понятно, что я проиграл. Тут даже смысла особого нет ничего брать. Так, все. Давайте дальше попробуем сейчас еще с видео взять и сыграть еще разок. Так, посмотрели видос, давайте еще одну аренку попробуем скатать. Надеюсь, лучше, чем предыдущая получится. Вот так, надо снять мне уши. Чё я тут слушаю на ребёр? Ничего не говорят. Так, надеюсь, получится нормальненько. Тыкс. О, вот зимняя арена. Это зимняя арена мне больше нравится, нежели все остальные. Так. Можно хотя бы... Да ну! Зимняя, блин, больше нравится. Ну что это за нахрен? Да ну что это? Ну как? Ну ёбаную мать! Это ж просто писец, ребята. Я не знаю. Я просто в ахере. Ну какого хе? Ой, японский бог. Все, мы просто всрали все. Охренительное начало дня, да, на финге. Уже понятно. Все, так. Ладно, все, арена сегодня у нас не пошла. Арена сегодня не пошла. Я надеюсь, уровни также будут. Вообще фейловый выпуск получилось. А хоть подарки прилетают, то хорошо. Блин, это же до того это фейл был, что пипец, вы видели? Просто две арены, но вторая это вообще трэш. Блин, то недолет, то перелет. Да ну нафиг, кому такие надо одни. Вот тут вот чё-то. Так, ну ладно, если мы с бонусной там не взяли, нормалёк.
Но мы бомбарду завязали. Бомбарду не надо юзать, конечно. Блин, а вот как вот тут? А вот никак вот. Тут хоть как. Блин, такой дурацкий на самом деле уровень, что купи. А главное, чтобы вот тот дальний. Ну, а тут... ну вот толстенькая пришла, я думаю, мы сможем с помощью нее свалить все. Так, ну нормально, более-менее. Охренительно просто сработало, сработали цветки. Ой, просто я так рад, что они так сработали. Шо пипец просто. Так, тут нас сверху, наверное, закидывает ТНТшку, ну или район. Да, есть. Так, ну и теперь сам босс. Сам босс. Три карты у нас. Да блин, три карты-то это ерунда. Три карты это не проблема. Да ладно, вы хотите сказать, что эта хрень не подвинется? Ну, засовывайся. О, нормалек, кстати, сейчас. Сейчас может, кстати, ему похорошить. Не, ну нам надо его задувать, конечно. Да ну как то? Ну как, там же четко. Да идите в очко с такими боссами. Блин, я должен попадать, да, по нему? На, блин. На, зараза. На, зараза. Пошел куда-то туда. На, упал, покатился. Сейчас остановится же скотина. Не, покатился, покатился. Покатился, покатился. Жаль, птичка этот уехала. Так, ладно, ускорим процесс. Нам сейчас не дадут с видео. Да, нам хер нам, они с видео птицу. Я не знаю, почему они не дают. Блин, вот это вот, конечно, дурацкий момент, то, что его надо как бы вы доставать оттуда. Попробую вот так вот самого основания. Ну, в принципе, основную-то задачу мы выполнили, но что-то... Было бы круто еще вот эту башню обрушить. Да, вот сейчас, если она упадет, ну хотя бы так свинь вступал, тоже может, пойдет. Тут птичек. Блин, я вот не знаю, как вот, как мне пробиваться вот к тем. Ну и все. Блин, еще и вообще в никуда упала. Охрененно, блин. Пусть, блин. Не хочу. Шишек не везет. Да, Angry Birds что-то сегодня вообще как-то ни о чем. Давай, долбись, долбись. Там вот мелкосвин, вот надо ему выжить было. Ну, нормально. На. Да как ТНТ-шка? Ну, чё за фигня? Не понимаю. Так, ладно. Фиг с ним. Хочу. Фиг с ним, как говорится. Да, так, давайте попробуем вообще как-то попробуем. Ну почему она вообще даже не попыталась? Ну как? Ну
Я не понимаю, как проходить второй этап. Давай, да, он вроде бы и проходиться должен. Ну как, не сложно. Но с другой стороны, вот этот цветок тут вообще ни к месту, в него ничего не попадает. Да как? Я не понимаю. Серьезно, ладно. Так, золотосвинка там еще. Да. Так, давайте попробуем. Ну почему она вообще даже не попыталась? Ну как? Ну. Я не понимаю, как проходит. Ой, а у меня звук со стрима идет. Ну то есть тут понятно, нужно вот так вот обрушать эту конструкцию. Обрушать, говорю, конструкцию. Она не обрушается. Ну хоть чего-нибудь. Не, ну блин, ну это трэш какой-то. Попробуем попасть. Ну, падай, 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 есть. Ну и опять мы с тремя птицами идем на этот, но птицы у нас фиговые. Вот, так что... ХЗ на самом деле. Так, ну ладно, мы сейчас попробуем боднуть эту всю конструкцию. Ну, чтобы, в общем, процесс пошел. Ну, схвати этого-то самого. О! Так, отлично. Уже более-менее что-то. Нафиг. Его туда выбиваем. Так. Эй, ну куда ты упал, блин? Скотина. Так, ладно, давайте на... Бых! И туда пошел, 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 пошел. Вот мне сейчас нужна птичка тупо, чтобы его там пробить. Но мне ее не дают с видео. Мне говорят, трать кристаллы. Да хер с ним. Потратим кристаллы. Ладно. Ради бога. Раз такие этот они... Донатские уровни делают. Да ну твари, ну... Вы чё, а? На, собака. Все, ушел он. А вдруг меня раздражает, что они делают специально уровни, в которых приходится тратить кристаллы специально. Ну ладно, в принципе, не зря ж мы их копим, да? У вас тоже это эхо? Да я просто забыл на стриме звук выключить. Ну точнее, я обновил там страничку. И оно поэтому было, да. Прошу прощения, косяк мой. Так, ну окей, прошли мы босса, хоть и с путем потрачивания кристаллов, но прошли. Так. Блин, этот цветок. А, так там перепасовка. Так и шо, что там перепасовка? Я что-то нифига не понял. Ну, перепасовка там. А я-то как должен в нее попадать? В эту перепасовку. Вот так. Так, все, нафиг, есть. Нафиг, нафиг. Ты же их помнишь, меня вчера нет. Как бы ты ж понимаешь, смысл помнишь? Ну я вроде бы помню, да, человек с Людмила Бектемирова был с таким ником. Как я тебя? Что значит помнишь? Ты должен такой. Там все тебя запомнить и... Всё? Или что? Что ты вкладываешь в фразу «помни»? Ну, ник такой я видел, да.
Слушай, Castle Clash играешь? Нет, Castle Clash не играю. Так, ну падай, конструкция. Не, ну, блин, вот подпорка. Ну, это как вот вообще? Не, ну... Тут мелкосвин, там это... Ну, вот как вот они вот так выживают, ребята? Я не знаю. Ну, вот каким образом? Черт его разберешь. Как доставать вот этого? Вот вообще непонятно. Вот, вот как его доставать? Вот так вот можно. Уровни пошли просто, ну, какие-то странные, честно, мягко сказать. Ну вот убили они одну палку, что дальше. И мне не дают с видео, я не понимаю, почему мне не дают с видео этих птичек. Вот. Почему мне с видео не дают птичков? Ну, толстую... Толстую схвати, блин. Ага, сейчас. Прям так и схватила. Так, 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 так. Ну, более-менее. Центральный, вот в этот. Нет. Куда-то вообще в никуда бьет. На, пожалуйста. Отлично, яйцо тут сейчас зашло. Если донатишь кристаллы, перестают давать видео, не трать кристаллы и давать будут. Так я один раз, так а мне не давали до этого, я почему их потратил, потому что не давали. А я до этого не тратил их фиг знает сколько. Ну, то есть я их не донатил, это то, что у меня там стандартов, еще как-то. Это где-то. Блин, так, ну там конструкция вроде бы упала, проблема в том, что сейчас этот на шарах может вылезти. Если он вылезет, то это будет какая-то бедовая. Так. Продолжим следующий этап. Последний, точнее, этап. Не, ну сейчас мы, кстати, нормально дошли до последнего этапа. У нас куча птичков имеется. О, у нас имеется орел. На, блин. А вы видели орел? А, во. Он как бы, я думал, он сейчас не сработает еще. Ты нашел подарок. Так, ну кому? Кости. Ля, кстати, много людей у нас играет. Ну давайте Кости отправим. Подарок есть. Вот, наконец-то хоть кому-то я отослал. Текс, здоровские. Забираем 10 этих за подарок. Так, ладненько, я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.